В России сегодня началась первая интернет-перепись населения. Это пробный этап перед основной масштабной акцией, которая пройдет в 2020 году. Первый этап будет длиться 10 дней. В это время жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, могут добровольно участвовать в интернет-переписи. Во второй половине октября уже переписчики проведут опрос жителей в 9 пилотных регионах. Калужская область в этом списке не значится, поэтому в 2018 году ждать переписчиков не нужно. Под их и видом могут прийти в дома мошенники, поэтому в Калуге, кстати, просят жителей региона быть предельно бдительными. Но интернет-перепись вскоре заменит традиционную, отметили ведомстве. Граждане многие не хотят, чтобы к ним приходил переписчик. Им некогда идти, допустим, на стационарный участок. Их просто реально трудно застать дома, и они просто не располагают своим временем. Поэтому вот использование интернета при переписи, оно, конечно, позволяет нашим гражданам принять участие самостоятельно, записав себя и членов своего домохозяйства. Результаты будут опубликованы уже в 2019 году, но интересовать специалистов будут не сами данные, а готовность населения к онлайн-переписи. Заодно протестируют технические возможности портала госуслуг. Стартовавшая пробная интернет-перепись станет самой масштабной и необычной в истории России. По прогнозам, в ней примет участие более 500 тысяч человек. Ранее подобные мероприятия затрагивали не более 300 тысяч россиян.